прошлой неделе еще мэр Одессы сказал, что жемчужины, они город уродуют. Как вы считаете? Почему уродуют? Наоборот, пусть люди себе покупают, живут. Я считаю, что это, ну, надо идти к какой-то цивилизации как-то вперед. Они наоборот облагораживают. Они строят какие-то красивые детские площадки. Везде все зелено, все посажено, все красиво, все убрано. Это за всем этим ухаживают. А чем они уродуют? Очень красивые дома. Полностью безопасно для ребенка, потому что весь комплекс под видеонаблюдением. Мне кажется, это неправильное заявление немножко. Но есть комплексы очень достойные, вот как Пятая Жемчужина, очень доволен ими. До этого мэр любил их. Нет, я считаю наоборот, особенно для молодежи, очень хорошо. Очень хорошо. Нет, мне кажется, наоборот, красивые дома и удобные, и комфортные. А к старому жилому фонду как относитесь? Мы жили в старом жилом фонде. Ну, что там сказать? Вечно неработающие лифты. Неприятный запах, потому что там много людей, которые бомжи и наркоманы. Вот это все. Здесь такого нет. Ну, я считаю, что нет этих углов, как, вот, например, в центре. Да, это наша Одесса, естественно, это... достоинство наше, но загажены эти углы и все, и люди туда ходят надо и не надо. Здесь как бы я такого не видела. Я считаю, уродуют город люди, которые загрязняют его. Уродуют город те политики, которые кладут себе в карман вместо того, чтобы его облагородить. Ну, если бы все-таки дома были как жемчужины, мне кажется, Одесса бы стала намного прекраснее и выглядела внешне.